Долгострой на проспекте маршала Устинова перешел новой подрядной организации. 25-й дом застыл еще в мае 2018 года, когда приступили к работам на 13-м этаже. А годом позже компанию застройщика торговый дом КПД-1 признали банкротом. Далее объект попал под крыло компании «Артес», но проблем от этого не уменьшилось. Не завершив работы с панелями, подрядчик предпочел купить окна. Имело место и хищение средств. В дело включилась прокуратура. В этой связи прокуратура Заволжского района в январе 2023 года в следственный отдел по Заволжскому району города Ульяновск Следственного управления Следственного комитета по Ульяновской области направлен материал проверки. Результат не заставил себя ждать. На нерадивых застройщиков завели уголовное дело по статье 159 части 4. Это мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. А достраивать 25-й дом будет компания из Республики Татарстан. По графику, по договору завершить в конце года, но задачу поставили 3-й квартал. Будем стремиться ее исполнить. Вроде здесь вопросов нет, проект есть, финансирование достаточно есть. С дольщиками и подрядчиками побеседовал главный прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов и первый заместитель губернатора Игорь Эдель. Это пример, образец безответственности, да, строительства. У нас, я надеюсь, что понесут нужную ответственность, да, тех, кто упустил. Но давайте не снимать из себя ответственность, потому что... По словам представителя новой подрядной организации, финансов хватит на то, чтобы довести до ума этот объект. Обещают закончить в этом году. Следить за этим будут не только работники прокуратуры, но и областного правительства. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.